Приют в арендованном помещении. Конечно, тесновато, если все вольеры полностью заполнены. Но сейчас здесь осталось десяток кошек. Разбирают активно, ценят здесь кошку Сараби. В приют она попала с котятами, своих выкормила, еще пару чужих, которых люди выбросили на улицу. А вот сотрудники приюта подобрали и подложили кормящей маме. Сами не считают поведение тех, кто не в ответе за своих питомцев, бесчеловечным. Выброшенные, как правило, котята, бесконечно выброшенные котята. И дело вот на самом деле в домашних стерилизациях, то есть мы занимаемся не только мы, а вот волонтеры города, да, массовой стерилизацией бездомных животных, но даже если мы вот всех бездомных животных стерилизуем, выброшенные котята все равно будут всегда, потому что люди не стерилизуют своих домашних питомцев. Домашние животные есть практически в каждой семье. Вот, например, Ольга Захарова много лет мечтала о своей собаке. Мечта сбылась только в этом году. Но прежде чем поехать в приют под названием БИМ, Ольга зашла на страницу их сайта. Буквально одна из первых фотографий мне попалась вот этой вот пятнистого существа с языком наружу, с ушами в разлет. Я увидела и поняла, что вот это вот он. Вот такой, как я хотела. Хотела добрую, маленькую, но веселую и озорную. Вот как я сама. Ну такой и получился. Мы прямо вот с первых дней, наверное, как говорится, спелись. Поскольку собака была взрослая, более 2 лет, клички ее никто не знал. Потеряшку в новой семье назвали Коба. Пес кличку полюбил и охотно на нее отзывается. В приюте, правда, сразу предупредили, если что-то пойдет не так, лучше собаку вернуть. Но мысли такой не возникло. А друзья, видя искренние чувства животного и хозяйки, даже значок подарили на Новый год в виде четвероногого. В приюте также рассказали, как в дальнейшем следить за здоровьем пса. Ветеринары еще предостерегают, чтобы ваша животное не потерялось, нужно купить специальный ошейник с информацией о любимце, либо даже чипировать пса или кота. Если животное потерялось, то это метод идентификации. Вот чип, номер чипа вносится в международную базу данных, и, ну, то есть таким образом можно найти хозяина. И чипированием, и стерилизацией занимаются в любой ветеринарной клинике. Зоозащитники в очередной раз призывают всех сочинцев быть ответственными за своих питомцев. Приютов в Сочи становится больше, а значит, у людей больше и возможности взять животное оттуда, где оно ухожено и привито. К лету еще один такой приют появится в Адлере в здании бывшей птицефабрики. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.